Знаете, долго думала, что приготовить. Мы всей семьей обожаем шашлык, мясо и грибы на костре. Мы часто выезжаем на природу или устраиваем пикник на хуторе. Но была одна проблема. Для шашлыка постоянно нужно колоть дрова, а их еще найти нужно. Или насыпать уголь, ждать, пока разгорится, смотреть, чтобы не потухло и так далее. Это занимало много времени, нас это напрягало, потому что на хуторе после тяжелого дня хочется скорее поесть вкусняшек с гриля. И мы задались вопросом, как упростить данный процесс. Недавно сосед с хутора посоветовал воспользоваться стартером. На тот момент мы не знали, что это. Он пригласил к себе и показал большую железную кружку. Объяснил, как пользоваться, и дал попробовать на разок. Мы попробовали и, недолго думая, решили заказать себе такую же. Классная вещь, продается на Валберес и Озон. Здорово решает нашу проблему. Стартер очень прост в использовании и сильно ускоряет процесс приготовления углей. Ну а угли приготовились всего лишь за 10 минут. Материал нержавеющая сталь. Также еще плюсом заказали мангал, автомат, чудо 7 шампуров с двигателем. Это просто супер находка для нас. Сам жарит шашлыки, равномерно прожаривается, работает от батарейки. И гарантия 12 месяцев. Можно заниматься своими делами, пока жарится мясо, и, как говорится, не париться. Что может быть удобнее? Мы очень довольны и вам рекомендуем. Ссылку и артикулы на стартер и мангал оставляем в описании под этим видео. Ну а кто сейчас обедает или ужинает, приятного аппетита!